У нее все свое и белье, и жилье. Ну а я анхажирую угол у тети. Для нее все свободное время мое. На нее я гляжу из окна, что напротив. У нее каждый вечер не гаснет окно. И вчера мне лифтер рассказал за полбанки, что у нее два знакомых артиста кино. И один популярный артист из Таганки. И пока у меня в ихнем жеке рука, про нее я узнал очень много нюансов. У нее старший брат футболист Спартака, а отец референт в Министерстве финансов. Я скажу, что всегда на футбол и хожу. На Спартак и слова восхищения о брате. Я скажу, что с министром финансов дружу, и что сам, как любитель, играю в МХАТИ. У нее на окошке герань. У нее занавески в разводах, а у меня...